Тьель. Для Тролль-Информагентства специальный репортаж из Главклаба. Мы сегодня, где мы сегодня, отыграли специальный, очень редкий концерт. Сегодня мы обещали грандиозное шоу. Это шоу оказалось не совсем таким, как мы задумывали. Против нас был заговор со стороны главного светохранителя этого микрорайона, который хотел отнять у клуба, соответственно, часть электричества. Необходимо для нашего выступления. А у наших зрителей хотел отнять праздник, но отсутствие электричества не помеха группе Тролль-Тьель. Мы справились со всеми трудностями и дали время техникам для того, чтобы подключить электричество, а потом показали самое грандиозное шоу. Лишний, и черт подери, мы справились и ждем вас, друзья, на следующем концерте.